Среди наших городов самый низкий показатель безработицы зарегистрирован в Лангепасе. Он составляет всего 0,08%. На учете в центре занятости здесь стоит 10 человек. Чуть выше и примерно на одном уровне показатели Урая, Покачей и Когалыма. Меньше 0,5%. При этом статистика показывает, что вакансий, как правило, больше, чем соискателей. На одного безработного приходится до 6 рабочих мест. Специалисты выделяют и особую категорию наиболее востребованных профессий. На сегодняшний день очень востребованы такие вакансии, как электромонтер по ремонту электрооборудования, водители высших категорий, или электромонтеры по ремонту нефтепромыслового оборудования, электрогазосварщики, сварщики. Помимо этого, у работодателей пользуются повышенным спросом машинисты спецтехники, повара. Среди служащих – врачи узкой специализации, преподаватели, медсестры, полицейские. Стоит отметить, что востребованную профессию можно получить, приняв участие в программе переобучения, которая действует в рамках нацпроекта «Демография». Также те, кому не удается найти постоянное место, могут попробовать свои силы на временных вакансиях. Их предоставляют в течение всего года, но особый пик наблюдается в летнее время, когда большинство постоянных сотрудников уходят в отпуск и требуются люди для проведения того же благоустройства. Подработать на таких вакансиях могут и пенсионеры. В этом году произошли изменения в программе. Ранее работали пенсионеры 2 месяца, сейчас в этом году до 5 месяцев. Вот. Компенсация затрат по заработной плате работодателю составляет 21 572 рубля. Центры занятости наших городов реализуют и другие программы, участие в которых может помочь в поиске работы. Специалисты всегда готовы проконсультировать каждого обратившегося.